Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами будет видеообзор на вот такие вот печеньки содыч земляничные. Были у нас предыдущие васильковые, теперь вот земляничные. Покупала их в фикпрайсе за 12,5 рублей. Вот здесь состав довольно большой, фотография состава будет в конце ролика. Все почитайте, посмотрите. Здесь 100 грамм. И давайте их посмотрим. Так, она у нас должна выдвигаться. Чего-то не выдвигается. Не хочет. Ну ладно. В принципе, она и так вот открывается. Здесь они совсем перевернутый. Кстати, бывает здесь по-разному. Я уже не первый раз их беру. Бывает первый раз такой, что они перевернутые, а обычно они как положено лежат. Давайте их положим. Ой, что-то тут кошмар какой-то. Совсем не похоже на землянички. Что-то здесь вообще не то. Вот, смотрите, она должна быть вот такая. А тут, ой, мне прям даже брак достался. Прямо под камеру мне достался брат. Ай-яй-яй, смотрите, еще одна. Ой, до этого я брала, у меня все в порядке было с ними. Не было такого. Но еще одна нормальная. Вот так к столу купишь, да, а тут вот что-то непонятное, и такое на стол не каждый подаст. Я бы не подала. 4 штуки. Из 10 оказалось всего 4 нормальных. Вот чуть-чуть тут мусор. Так. Вот она хорошо такая красивая оформлена. Прям здесь такая земляничка. Такая очень приятно смотреть на нее. Знаете, давайте не будем смотреть. Не доставались. Мне первый раз такое достал, чтобы был брак. Ну, что ж, за 12,5 рублей, почему бы и нет. И давайте попробуем. Такая мягенькая. Такая, знаете, не то, что мягенькая, а такая довольно свеженькая, видимо, потому что васильковые я сейчас пробовала, они довольно жестковатые. Видимо, их реже берут, наверное, они дольше лежат. А это такая хрустящая. И такой вкус земляники. Прям вот такой вкус прям земляники. Там была как-то обычная печенька, а здесь прям земляничка. Их можно добавлять тоже в йогурт, и получится йогурт со вкусом земляники. Их я покупала, по-моему, я уже говорила, да, для йогурта. Их приятно кушать, хочется снова этот, чтобы этот вкус земляники, особенно сейчас зимой, хочется попробовать снова и снова. Очень вкусная, но, к сожалению, состав у нее довольно большой, там куча всего. Но в одном влоге я уже с Ванем говорила, что, в принципе, делая печенье, у вас состав большой будет всегда. Потому что сделать полностью натуральное печенье это очень-очень сложно. Это делать из натурального масла, которое вы сделаете сами. Например, масло, если то, тогда да, у вас будет печенье натуральное. Но это очень сложно. Не каждый знает, как делается маслица. Поэтому, в принципе, иногда вот так вот его можно купить, покушать. Из него что-то сделать, из него также тортики делают. Тем более за 12,5 рублей. Здесь 100 грамм. Довольно будет нормально. Ну, иногда хотя бы. Вот. Я рекомендую, можно, да, его покушать, можно подать на стол. Насчет стола не знаю теперь. Ну, может, кто-то и подаст на стол. Купить-то дальше покупайте несколько пачек, если вы покупаете к столу, чтобы брак можно было убрать для себя или на тортик. Вот. А на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки,
пишите комментарии, напишите, что вы делаете с печеньками. Может, какие-то рецепты у вас есть с этими печеньками. Мне было бы интересно попробовать их. Рецепты свои вы можете написать мне на почту, ВКонтакте. Все ссылочки будут внизу в описании. В Инстаграме можете написать, в Фейсбуке. Вот. Ну, лучше всего, конечно, было бы на почту, потому что я регулярно смотрю. Либо здесь в комментариях под видео. И всем пока-пока!